Սկրիպալի գործի և դրա աշխարհակաղակական զարգացումների վրա ազդեցության թեման շարունակում ենք հեռանկարի տաղավարում և ես խոսքս փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանի, խնդրեմ Արամ։ Շնորհակալություն Քրիստինե, հեռանկարի տաղավարում է քաղաքագետ Արեգ Գալստյանը, շնորհակալություն Արեգ։ Վերջին իրադարձություններից հետո քաղաքագետներից ոմանք ասում են, որ Սկրիպալի գործում շրջադարձ է տեղի ունեցել և դա կազդի Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների բարելավման վրա։ Համաձայն եք թե չէ։ Я думаю, что политический диалог между, ну, условным Западом, имея в виду в первую очередь Соединенные Штаты Америки, с Россией, абсолютно никак не зависели от исхода этого дела. Потому что взаимоотношения начали портиться задолго до этого происшествия. И я не думаю, что обстоятельства, которые сегодня выясняются, будут способствовать налаживанию взаимоотношений Москвы с Брюсселем и с Вашингтоном, потому что есть ряд стратегических вопросов, по которым, ну, взаимопонимания сегодня не существует. И вряд ли в ближайшее время удастся это взаимопонимание найти. Речь в первую очередь идет об украинском кризисе. Сирийский вопрос находится в подвешенном состоянии для Запада. И, безусловно, ряд других вопросов. Поэтому пока сохраняется санкционная политика, которая совместно проводится Вашингтоном и рядом европейских государств. А ни о какой нормализации отношений речи быть не может. Այսինքն հիմքում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հակասություններն են, և Մեծ Բրիտանիան այստեղ, այսպես ասած, դամ է քաշում. Ну, я бы сказал так, что вот это дело, в принципе, позволило британцам, ну, в какой-то степени войти вот в эту, в эту конфронтацию. И теперь это игра с нулевой суммой. Потому что в любом случае я уверен, что официальный Лондон будет настаивать на своем, Москва будет настаивать на своем. И здесь никто назад отступать не будет, потому что все-таки британцы сформировали серьезное общественное мнение, они наделали очень много шума из этого вопроса и предприняли ряд серьезных шагов, ну, последствия которых могут быть непредсказуемы уже в среднесрочной перспективе. Допустим, высылка дипломатов и повышение градуса дипломатической войны — это, ну, достаточно серьезный шаг, потому что со времен Холодной войны между Лондоном и Москвой не было такой определенной напряженности. И снять все это взмахом волшебной палочки и решением какой-то определенной комиссии абсолютно невозможно, потому что в любом случае я уверен, что и Foreign Office, который возглавляет господин Борис Джонсон, и Тереза Мэй, как глава британского правительства, они в любом случае будут утверждать, что так или иначе Россия участвовала в этом, если не напрямую, то косвенно. Какие-то определенные действия субъективного характера в любом случае британцы будут предпринимать, поэтому здесь просто очередной виток конфронтации уже в совершенно другом направлении. Я думаю, что здесь очень многие вопросы просто британцы решали прагматичные, да, в том числе и внутренние проблемы, происходящие в государстве, и Brexit, который сегодня очень серьезно обсуждается между европейскими структурами и Лондоном, и очень много других вопросов. Поэтому я не исключаю здесь и наличие вполне прагматичных интересов у Лондона в раскручивании вот этой темы. Ներքին քաղաքականության ազդեցությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունում այս տաղավարում նաև կարծիք է հայտնվել, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունների բուն պատճառը ոչ այնքան Ուկրաինան և Սիրիան են, այլ Միացյալ Նահանգներում հակասությունները Թրամպի և մնացած իսթեբլիշմենտի միջև, կա այդպիսի բան թե չէ։ Այսինքն Թրամպը ստիպված անընդհատ ապացուցել, որ նա Պուտինի մարդը չի։ Ну, комплекс факторов. Я бы не сказал, что это основная, да, причина. Но раз уж получилось так, что есть определенное расследование в отношении вмешательства России в американские выборы, если эта карта разыгрывается, если есть серьезные политические силы в основном в демократическом эстеблишменте, но нельзя забывать, что и в партии самого Трампа, в республиканской партии, значительно серьезные силы, которые поддерживают эту позицию, что подобное вмешательство было и что Россия является угрозой национальной безопасности. И это было отражено как в новой стратегии национальной безопасности, так и в других основополагающих документах. Поэтому я думаю, что здесь официально Вашингтон исходит не только из соображений
каких-то внутренних групповых интересов, но и с точки зрения определенной геополитической конфигурации, которая складывается и в Восточной Европе, и на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке. Потому что, ну, если говорить так грубо, то Москва пытается, не имея определенных серьезных на то ресурсов, пытается пересмотреть правила миропорядка, которые сформировались после Холодной войны. И, безусловно, Соединенным Штатам, как глобальному гегемону и внешнеполитическому монополисту, подобная позиция не нравится. В отношении, неважно, была бы это Россия, Китай или любое другое государство. Поэтому, безусловно, она реагирует на это определенным образом. А если еще и Москва пыталась вмешаться во внутренние процессы в Соединенных Штатах, это, безусловно, еще больше злит как демократов, так и республиканцев. И поэтому в отношении России в Америке сформировался четкий консенсус. Россию надо наказать. С этим согласны демократы и республиканцы, потому что санкции принимаются тотальным большинством голосов. Կառավարվածություն ոչ միայն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի, այլեւ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջեւ, ինչի մասին Արտյոմ արդեն մի քիչ խոսել է, այդ լարվածության ֆոնի վրա լավանում են եւ շատ են լավանում Թուրքիա եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, այսինքն իմ թշնամին քո թշնամու, այսպես ասած, բարեկամն է։ Я бы не стал говорить, что американо-турецкие отношения можно назвать, вот характеризовать как вражеские, потому что все-таки по определенным формальным признакам Турция еще считается партнером Соединенных Штатов, потому что, не будем забывать, она член Североатлантического альянса, и все-таки американская военная инфраструктура пока еще там находится. Вот эти объективные факторы не позволяют пока говорить о том, что существует какой-то серьезный или напряженный кризис. Есть проблемы. Они всегда были в американо-турецких отношениях. После того, как вот в середине 70-х Турция оккупировали Северный Кипр, отношения вообще находились на грани полного разрыва. Американцы даже вводили эмбарго впервые в истории. Но потом все вернулось на круги своя. Потому что одно дело, ситуационное сближение с Россией, оно действительно ситуационное только по определенным вопросам. И стратегическое направление Турции на Запад. В любом случае, никто это не отменял. У Турции нет никакой альтернативы НАТО, и она прекрасно это понимает. Так же, как у американцев пока нет даже логистической альтернативы на Ближнем Востоке, потому что иракский фактор еще есть, никто его не отменял. Афганистан. И эта проблема тоже существует. Ближневосточный ряд ближневосточных проблем, ну, невозможно без диалога с Турцией тоже решить. И вот эти объективные вещи в любом случае говорят о том, что да, есть определенные неприятности, разногласия, даже ссоры. Но я не думаю, что это приведет к разрыву отношений и что мы должны радоваться разрыву взаимоотношений между Вашингтоном и Анкарой. Այ մեր մասին խոսեք, ամենակարևոր հարցը, բայց շատ քիչ ժամանակում, դրա մասին դուք հոդված եք գրել, այս աշխարհակահական փոթորիկի մեջ ինչ պետք է անենք մենք, առանց մեր հայկական ավանդական վայվույի, որ ռուսները, թուրքերը, այսպես ասած, միանում են. Надо сформировать четкую позицию взаимоотношений со всеми внешними силами. Надо иметь государственную повестку взаимоотношений с Москвой, которая будет настолько серьезной и будет обеспечена серьезной ресурсоспособностью, чтобы Ереван не думал о том, что сближение с Анкарой автоматически может происходить за счет армянских интересов. Для этого надо армянский интерес сформировать, и он должен быть гораздо более значимым для России, нежели ситуационное сближение с Турцией. То же самое Запад. Нужно сформировать четкую государственную повестку и развивать отношения вне зависимости от того, как Турция смотрит на сирийский вопрос, на Россию и на другие проблемы, которые происходят в регионе. Другими словами, надо просто четко, последовательно и серьезно отстаивать свои национальные интересы, укреплять свои позиции и не ориентироваться на то, о чем договорились другие государства. Шнагалтин, я зарюсумею, как агент Арек Галстяни, иск тогаркума кашаунаги Кристинен.